За мерами безпеки будуть сошить і супрацовники правоохоронних органів, для яких новогодня ночь – узмоцнений варіант несення служби. На основных елках ограждены турникетами и образованы контрольно-пропускные пункты. По городу Бресту, это хотел бы сказать, по центральной елке на площади Ленина будут организованы пропуски со стороны улицы Мицкевича, со стороны улицы Гоголя, со стороны улицы Пушкинской и со стороны улицы Энгельса. Хотел бы попросить граждан ограничить с собой пронос на праздничное мероприятие крупногабаритных сумок, ну и также запрещенных к проносу предметов. Это колюще-режущие предметы, взрывоопасные, к которым также относятся и пиротехнические изделия, а также спиртные напитки. У областном центре с 1 години ночи 1 студеня и до 5 годин раницы забороняется рух на участку от улицы Гоголя до Мицкевича. Забороняется рух и грузовых автомобилей по улицах Пионерской, проспекту Республики, Дубровской, завулку Сосновым, Ленина, Карла Маркса. Их рух будет пролягать по инших маршрутах. Громадский транспорт будет працовать у специальном режиме. Автобусы и троллейбусы 31 снежня только до 23 годин. А у новогоднюю ночь троллейбусы городских маршрутов номер 1, 3, 4 и 8 зробят по 4-5 рейсов с интервалом 20-30 минут у среднем до 5 годин раницы. Как показывает у нас статистика, особенно 1 и 2 января за последние годы, именно в этот период времени задерживается наибольшее количество нетрезвых водителей за рулем, причем 50% из которых составляют женщины. Также акцентирую внимание всех участников дорожного движения, что в этот период времени увеличивается количество нетрезвых пешеходов на проезжей части, что, конечно же, к сожалению, негативно сказывается на дорожной ситуации. Поэтому здесь необходимо быть всем предельно внимательным, осторожным. Главное, говорить, не стратить голову и разум, берегши себе и своих близких. В преддверии Нового года от лица сотрудников милиции общественной безопасности УД Брестского исполкома хотелось бы поздравить всех жителей Брестской области с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать им счастья, здоровья и мирного неба над головой. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».